Уверяю, абсолютно. Сказал, что Карасев отработал идеально. Матч Наполи-Бешикташ в прострел, надо забивать. Да, с трудом, но все-таки забил Арда Туран. Это очень смешно. Сейчас, если бы Зомер этот удар отразил, но не радуется Пако Алькасар. Думает, что на месте Арды Турана, в принципе, мог бы быть он. Но там оказался именно турецкий футболист Барселоны. Арда Туран, если не ошибаюсь, делает свой первый хитрик за каталонскую команду. А, ну Пако Алькасар делал эту передачу. Но Туран, ворота 7 метров, да? Бей в любой угол. Так, чтобы без вариантов. Но где риск, там шанс, подумал Арда Туран. Пробил прямо в Зомера, а Зомер вместе с мячом влетел в ворота. 4-0 выигрывает Барселона. Развалился немецкий коллектив. И Арда Туран.